Надо было сначала следить за домом, и все бы было в порядке. Вы же бросили дом, и все, ага. Уехали. Ага. А соседи теперь? Ну, а теперь вы ищете виноватых. Это претензия соседей к Светлане Смирновой, дочери хозяйки дома на Оборонной 22. Ее мать купила часть здания еще в 2000-х и вскоре о нем забыла. По словам соседей, семьи Кутьковых, из-за дырявой кровли прогнили несущие балки. Ваша стена, она рухнула. То, что на крыше было, она рухнула вниз. И все это легло на нашу стену. В итоге пришлось переделать часть общей стены. Где-то она даже вошла внутрь дома. Параллельно Сергей решил реконструировать свою жилплощадь. Добавить второй этаж, так как на первом холодно из-за промерзающей общей стены. Светлана уверена, что такие строительные махинации и погубили несущие балки, из-за которых провалилась крыша. Мы, значит, озадачены, мы обратились к нашим соседям уважаемым, я так поняла, Юлия, да, и Сергей, да, и спросили, а как вот получилось так, что вы стали строить дом без нашего разрешения тогда, вот эту вот, ну, как бы крышу общую нашу трогать. Соседи ей объяснили, они не могли получить разрешение, потому что не имели контактов ни с хозяйкой второй квартиры, ни с ее дочерью. Юрист считает, что в таком случае изменение конструкции здания законно. Закон разъясняет таким образом. Если одна из сторон, в данном случае у нас, прячется, да, то есть и не выходит на связь, то я имею право предпринимать различные мероприятия, так скажем, самозащиты, да, назовем его так, с той целью, чтобы не навредить дальнейшему имуществу, в том числе своему. Сейчас семья Кутьковых подала в суд на Светлану, чтобы она привела в порядок свою часть дома. А Светлана, в свою очередь, запросила у Роспотребнадзора и администрации Барнаула ответ касательно правомерности реконструкции соседей. Конфликт затягивается, а ведь зима близко, и просевшая крыша может просто рухнуть под снегом. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.